Simple Ride смотреть на 2.00 и 3.45. Спасибо, Знат, сейчас посмотрим. Andreas Kieser from Sepultura. Ну, Вай тоже додумался, взял себе в сексуальные партнеры Киссера. Ну куда? Это же полный криворучки. Помните, мы разбирали там мастер-класс этого Киссера? Это просто пиздец. Как можно было додуматься? Давайте сейчас будет уже, там, не знаю, Гатри Гован с табачником выходить, джемить. Или какой-нибудь там Банамаса с ламбой. Представляете, допустим, Банамаса выходит, эти очки себе поправляет, типа... And now I will, типа, play with Eugene Lamba. И просто Банамасыч там и ламба и Банамасыч типа oh yeah, yeah, baby, и прям все, и ламбыч более круглый звук у меня сейчас будет. То есть просто пиздец. Ну кто додумался Киссера и Вая на одну вообще выпускать это пастбище? Что за бред? Реально больные, кто это, блядь, сделал? Что за злая шутка? Может, я не знаю, это просто какой-то дебильный жребий кто-то бросил? Или кто-то подшутил над этим Киссером? Может, как-то провинился сильно? Может, его какая-нибудь там экс вот так вот заподлила, сказал, типа, слушай, там вот мой бывшенький, сходи там вот на концерт, там, типа, это, на сцену выйди, что-нибудь. Ну, не знаю, может, как договорилась, чтобы так вот просто усраться. Просто жесть. Что за херня? Кто это сделал, блин, такое? Просто максимально пощечину этому бородачу. Самое смешное, что он думает на серьезных щах. Что это как бы, ну, повторяет какие-то вайбские штуки, да, типа вот на равных, ну, два музыканта. Джеймит, блядь. Да, поэтому кто-то очень жестко над этим бедным Киссером поглумился. Просто полный провал. Абсолютный.